Лидер и капитан сборной Беларуси по гандболу Сергей Рутенко готовится выйти сегодня на площадку в рамках отборочного матча к чемпионату Европы против Боснии и Герцеговины. Напомню, ранее участие полусреднего в поединке было под вопросом из-за травмы. В случае победы белорусы оформят путевку на турнир. Матч смотрите на Беларусь 5 в 22:40.